Школьники из поселка Проведения приняли участие во Всемирных днях наблюдений птиц. Под руководством сотрудников нацпарка Берингея дети провели учеты птиц в бухте Эмма около мыса Лихачева. Всего школьники учли 4 вида птиц – берингового баклана, восточно-сибирскую чайку, толстоклювую кайру и утку-каменушку. Кроме птиц удалось увидеть двух моржей и интересного представителя отряда зайцеобразных – северную пищуху. Наблюдения проводились с использованием биноклей и зрительной трубы, а также специальных определителей. Добавлю, что Всемирные дни наблюдений птиц – ежегодная акция Союза охраны птиц России. На сей раз наблюдение проводилось с 23 сентября по 1 октября. Цель акции – привлечь внимание людей к миру птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. А главная задача – переписать всех птиц, встреченных за любой промежуток времени в эти дни, и направить результаты своих наблюдений в национальные координационные центры.